Добрый день! В этом видео я хочу рассказать вам, как включить монетизацию в YouTube. Минимальное условие – это наличие 1000 подписчиков у вашего канала. И дальше вы должны отправить заявку, и после ее одобрения у вас появится возможность монетизировать видео на YouTube. Итак, давайте по шагам. Несмотря на то, что в настройках канала у вас будет включена монетизация, вам потребуется при загрузке каждого видео некоторые параметры отмечать. Давайте объясню, какие. Допустим, у вас есть какой-нибудь ролик, да, и вы его загружаете. Вот. И хочется вот здесь вот все автоматизировать. Ну, тестовый будет, поэтому, значит, здесь вот нужно поставить параметры включена. А, к сожалению, вот нигде какие-то настройки по умолчанию это все не ставится. Ставятся настройки по умолчанию только вот такого рода. И вот такого рода. Далее. А вот здесь вот каждый раз вам придется проставлять все эти галочки вручную. Вот здесь вот недавно появился новый блок, чтобы ставить оценку. Действительно, вы можете сказать, что у вас там в видео есть какой-то запрещенный контент, и тогда в нем не будет показываться видео. Это все индивидуально. Автоматические алгоритмы, которые у них там работают, они несовершенны, поэтому они вот отдали все это на откуп авторам. И приходится вот каждый раз здесь все это прощелкивать. Вот. Ну вот сейчас он так вот мы все это опубликовали. И дальше, когда мы будем смотреть это видео, нам будет показываться реклама. И вы с нее будете получать там с 1000 просмотров свои там несколько десятков центов. Спасибо за внимание.